Так что мы нормально. Да, у него сбека лагает, да. Короче, вот это одинарный, зеленый берем и красный. Короче, красный, оранжевый и вот этот берем. И желтый этот не забудьте. Я тут нахожусь. Кто где? Я это тут. Где ты? Яца, где ты? Покажи. Я тут. А, наискосок получается. Ну, то как, ты тогда... как идем? Яцек, ты вот сюда и сюда, вот эти два флага с тебя тогда. Окей. Okay. Ты с... Али, ты сюда, да, я в середку попер тогда и тебе. Где ты появился? А Яцек где? Да, я... это тут. А, тогда... Вот, а, не... а, получается, слева направо, что ли? Как... Короче, я погнал к желтому, пацаны. Я желтый беру тогда. Синий не надо. Нам нужно вот это, вот эти вот два взять надо. Можете попробовать красный взять. Яцек вот сюда вот пере... при. Попробуй да. Взять вот это, да. Али, а ты вот эту попробуй. Давай эксперимент проведем. Ой, сейчас надо, подожди, это включить... Наушники. Вот, все. Да. Че говоришь? Ну, я не знаю, я попер забирать красный и желтый. Я к желтым, короче. Если мы красный в центре возьмем, вообще тройной, если возьмем красный, вообще классно будет. Ну да. Желтый, красный, оранжевый обязательно. Ну да, красного валить. Все нормально. Мы по-хорошему про жопу не забыть. Ага. Угу. По одной штуке, но три вылета. Кстати. Поэтому, если что. Имейте в виду. Яцк. А, ты подъезжаешь? Угу. Я. Но. Я подъезжаю. Чтобы рядышком красному быть, да. Очень вольно. Это моя. Красному давай сразу, да. Туда. Минометчик. Нет, у меня есть. Опа, миномет уже расхреначили, тут поставили, зараза. Че, давайте красный берем. Подходите. Да, спокойно. Красный берите. Красный бери, бери. Яцек, бери красный. Ты последний остался. Красный надо брать, пацаны. Занял все уже. Доведем куда надо.
Ой, там подкреп, что ли, дали? А чё же не сказали? Понятно, буду с немцами воевать. Так, я красный буду. Держите красный. Красный буду пытаться брать. Роты готовы, товарищ? Готов. Пехота готова, товарищ командир. Есть. Зачем? Жду дальнейших указаний. Совершенно товарищ точно, командир. Товарищ командир. К маневру готов. Жду дальнейших указаний. Держите, держите красные свои. Саперы ждут приказа. Экипаж к бою. Жду дальнейших указаний. Ой, я забыл про эту фигню, блин. Хорошо сказал, а? Я красный беру потихонечку, давай, давай, держите, держите. Есть. Есть атаковать цель. Саперы ждут приказа. Есть. Это надо брать. Я знаю, знаю. А, зеленый это? Зеленый. Они уже его взяли, мне кажется. Блин, смысла там особого нет. Есть. Есть. Маневр готов. Забери приказы, да, товарищ командир. Артиллеристы готовы. Ты готова, товарищ командир? Зачем? Есть! Пехота готова, товарищ командующий. Мужики, быстрее! Пехота готова, товарищ командир? Так командир. Точно! Давай! Пехота готова, товарищ командующий. Сейчас. Есть! Пехота готова, товарищ командующий. Держите красный, красный, держите, сейчас возьму. Там осталось чуть-чуть взять уже. Я просто всех уже посылаю. Там желтый буду брать. Надо бы красный только взять и все. Яцк, а что твоя машина немецкая у меня делает? Машины твои, да, беру, жди. Над этим работаю. Лагать начало что-то. Там Яцко еще войска тоже. У меня лузер мигает. Нажми паузу. Жду приказа. Все, отмигал. Ой, хорошо кинул. Но они зеленые взяли.
Все, взяли красный, отлично. Отхожу. Красный, не отдавайте теперь им. Ни в коем случае. Все, ништяк, пятерка с плюсом. Но это чьи? Че? Я не... Меня там нет. Я немецкая техника, кстати, Яцек, это твоя, если твоя, отдай мне ее, да. Чтобы она у тебя просто... Отдай мне ее, чтобы она у тебя не стояла. Да. Угу, спасибо. Тут расставлю. Ты давай там посередке, Яцек, оборону занимай, в середке в городе. Самое главное. Охренеть, хотел тут глубоко или, зайти. Или это то войско много. Мое едет. Ну, это артиллерию стоит. А, все, понял, я не видел. Угу. Убираем. Я сейчас расставляться буду просто. Помогать тебе тоже надо. Яцек, у тебя танки тут едут, Яцек. Просто так погибнут сейчас. Окей. Еще что-то взяли. А, подкреп пришел, ребят. Яцек, танк стоит, они по нему стреляют. Один. Твой. Около бункера, вот тут прям. Дай уберу. Угу, все отлично. 5 с плюсом. Все отлично, перекрыл. Так, теперь центром буду заниматься твоим, Яцек. Совершенно точно, товарищ командир.
Маневр готов. Так, я к желтым буду. Напихиваться мне желтый нужен. Так, мне надо авиацию свою, это ж нет, вести все. Авиация, центр не профукай только. Занимайся центром, только центром. Да. Ай-яй-яй. Я тебе немного буду помогать по мере возможности. Экипаж к бою! К маневру готов! Есть атаковать цель! Конечно, стой казать! Готовы, товарищ команды? Пехота готова, товарищ. Пехота готова. Артиллеристы готовы.
Ну, самолет летит, сваливаться надо. Миномет накрыли, не успел. Ну ладно. Есть. Жду дальнейших указаний, товарищ командующий. Жду дальнейших указаний, совершенно товарищ точно. Командующий. Совершенно точно, товарищ командующий. Маневр готов! Приказа? Ух, яцек, красавец, арту, видишь? Вижу, вижу. Работай, я не достаю. Я тебе арту сейчас сбоку помогу просто. Да. Ну, посмотрим. Маневр готов! Это готово, товарищ командующий. Товарищ командующий, совершенно точно, товарищ командующий. Пехота готова! Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Есть. Я пускаю еще раз. Угу. Да, была. Ну. Танкисты на связи. Пехота готова, товарищ. Саперы ждут приказа. Пехота готова, товарищ. Пробует у меня штурмовать, короче. Хотят отогнать. Угу, такая же фигня. А у тебя последний красный, у них оплот последний. Да, обязательно. Блять, это немецкое говно ездит.
вас понял. Вылетаю. К маневру готов. Понял, товарищ командующий. И свой только должен удержать, обязательно имею в виду. Кровь из носу держи. Габец нашел, зашибись. Он не только. У меня тоже. У них артиллерия даже есть, у меня артиллерии нету. Да, генерал есть, а у тебя что, нету? Ты пипец. А мне что-то кто-то взад упал, что ли, ё-моё, походу. А я... Слушай, а я надеюсь... А он желтый, что ли, взял, ё-моё? Сзади который. Это пламя, полево, минами, трёл, кратный газовичок, газ, машина, сна, не знаю. Довезём, куда надо. Жду дальнейших указаний. Сапёры ждут приказа. Будет как новенький. Жду приказа. Никак нет, товарищ командующий. Да ведём, куда надо. Где мой генерал, ему отдать мне? К манёвру готов. Всё готово, товарищ командующий. Сапёры ждут приказа. Будет как новенький. Приказ понял, товарищ командующий. Ну давай снаряды. Что-то готово. С горки, что ли, вытеснить меня хочет? Офигел. Тут вдвоем, походу, с это. Да, вдвоем. Как у вас там? Лес, ты держи, твой последний. Есть. Я пытаюсь убрать. Сейчас я к тигру тут уберу, грёбаный. Кровь из носу держи. Все, я к тигру убрал, отлично. Так, ну я отогнал вроде. Держись, вроде отогнал. Оставляюсь по новой. Понятно.
готово, товарищ командующий. Полевой госпиталь на проводе. Жду дальнейших указаний. Ну, гаубицы, вижу, достать не могу только, блин. Нормально. Я десантируюсь на желтый. Гаубицы все его тут вообще ништяк. Смотри, как скинул. Смотри, 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 как красота. Так там, смотри, там сейчас еще дальше это. Я понял. Угу, понял там, да. Понял. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Я желтый захватываю, подожди, подожди. Ты смотри, что сейчас дальше будет. Самолет летят. Блин, отогнал, сука. Смотри. А он должен сам бросать. Но, блин, я не попал, блин. Он всех смотри сюда, чтобы он... Да, жалко. Ну, я бросал просто раньше. Потому что, извиняюсь. Надо арту ближе подводить, короче. Все. Ну там я его, конечно, нормально шуганул. Согласен, возможно. Ну чё, как у вас там? Вы красный, только не отдайте. А, ну я пока держу, как бы, но все равно там. Они сейчас, наверное, пойдут красный забирать у меня. А я только арту перевожу. Ну да, да, всеми на красный идет. Да, да, он прет, хочет красный взять. А нормально, ты не даешь. Все, отлично, отлично. Ракетницами стреляет, задало мало. Что случилось? Подвисло. Мне кажется, они то ли желтые взяли, то ли чё, хрен. Красный берет, свой держи. Вдвоем тут против меня и всеми фигачат. Угу, все фигачат. Тут надо танки выбирать. О, генерала вижу, отлично. Сейчас генерала снесу. Я генерала убрал, своего уважу. А нет, не убрал, сука.
Красный, красный, держите, вы чё? Али, всеми прям наваливайся, прям тупо всеми. Али, меня сейчас от арту вынесут. Надо арту увозить, увожу. Задница тут, блин, против двоих воевать тяжеловато, ну ладно. Только красный не отдай. Красный, красный, держи свой. Держи, держи свой красный, держи. Танков нету, ни хера нету, нахуй. Блин, он сейчас так всех засветит. Засветил. Красный, красный держит, красный, красный. Ну, блять, ну убери ты там всех с красного. Ну поздно уже, ё-моё, чё же за ним смотреть? Это все нормально, с этим разобрались. Это какой-то вообще не о чем воевать. Все, у них на желтом тоже никого нет, сейчас пойду желтый забирать. Походу это все. Красный держу, да. Бля, танк накрыли, сука. Нет, интересно, генерала ты его убрал, нет? Ну, офицером побежал в бой, ёпт. Мне, бля, воевать-то некем, блядь. Вот солдата, блядь, репик. Ты зеленый ты взял, не? Как он мою арку нашел, а? Ну, у меня неплохо.
Да, неплохо, это хорошо. Я держу, но он это, танк подъезжает, он последний. Да-да, он офицерами уже бежит. Я к желтому рвусь. Из последних сил. Красный держим, держим. Он меня. Бери. Че у вас там? Жду дальнейших указаний. Совершенно точно. Никак нет, товарищ командующий. Пехота готова. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. А, снайпер тут, я думаю, что это за хуйня тут? Так, ну я желтый беру, не знаю, сейчас я все успею, блин. Все взял, отлично, блядь. 3 минуты терпим. Я думаю, у них все, они просто там... А что за фигня у нас тут творится? Вы что? Ну я говорил, что это... Али! Ты чё, у тебя войск, смотри, сколько они едут сюда. Вы чё делаете? Вань. А у тебя, смотри, сколько, у нее яцка, ничего не осталось. Вы чё, блин, прям всё там профукли. Давай танки, это то. Они сейчас флаг возьмут этот бирюзовый, и все. Все, что мы делали, зазря получается. Ну, яд в центре был. Так ты там, блин. Отмок только через 2 минуты придет. Что будет нахуй там, походу, у нас? Али, ты разгрузи грузовик. У тебя много... Так, они красные собираются брать, ёпта, блядь. Десант на красный выкинули, блядь, сука. Танки поехали, русские. Все на красный, конечно, поперли. Блять, я сейчас один не удержу, красный. Вы чё, пацаны? Ну всё, генерал завалили. Охренеть. Сейчас всю арту завалит, короче. Да. Это задница, господа. Патроны кончились. Через минуту будем отсыли. Все, красный взяли, да. А что ты за этот зеленый-то борешься? Его если давно уже взяли.
Нафиг он? Нафиг надо за него бороться, он двойной. Ты остави! Это сделал. Короче, капец, все. Все Артуша положит. Да они красные взяли уже толк. У, чё у тебя сгорело-то? Пипец. Ну нет, невозможно. Профукались тут, конечно. Центр, конечно, это был зазря. Прикольно, они синий пытаются взять, да? Класс. Просто супер, блядь, на. А, я синий. Ну, я синий отобью, он не успел взять. Он только высадился, пофиг. Синий-то я отбил. Пехота готова, товарищ командующий. Хорошо, бою. Артиллерия готова. У меня жопа просто творится. У меня просто они прут и все, пошли по прямой. У меня пиздец задница тут. Пехота готова. Есть, есть.
Они к синему рвутся просто. Ух, ебать, там, блин. Там небольшая группировка-то, по идее. Может, получится что-то сделать. Да вижу, а толку-то? Флаги-то не берешь же. Пехота готова, товарищ командующий. Пехота готова. Точно. Медики на связи, товарищ командующий. Точно. Они к синему рвутся, суки. Пиздец полный, короче, туалетс. Еще высаживают, я охренею. Что же они там такое взяли? Ну, они сейчас синий заберут, да, все. Я уже ничего не сделал. Кем вы там занимаетесь, ребят, я боюсь спросить. Пока они здесь не стоят. Зачем? Что вы делаете? Вам... Все, и назад упали. Ладно, все. Ничего не осталось. Не надо ничего, смысл же все. И что наверху делал, вопрос? Да нет, вообще вот, вот тут около зеленого. Тебе надо было укрепиться, да вот так вот, наверное, двигаться, я думаю. Да толк, у меня такой же был, они меня двоим продавили. Ну вот они из-за того, что центр прошли, да, они все взяли. И получается, вот этот взяли. И вот этот взяли. Да, два флага лишних взяли. Есть атаковать цель.
идем куда надо. Пехота готова, товарищ командующий. Я просто наверху не надо было оставаться, тебе надо было по центру. Я думал, ты нас скорректируешься. Да нет, смысл. Техники али вообще даже пришли. Но они всех вниз перебросили, походу, да. Просто перебросили вниз. Ну, нафига. Ну, центр, конечно, они прошли вообще обидно. Я что-то даже не увидел тоже за центр. Я видел, что-то Яцк мигает. Они все флаги взяли, да. Поехали. Артиллеристы готовы. Вот они быстрее. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Что-то готово, товарищ командующий. Батарея к бою готова. Маневр готов.
К маневру готов. Выдвигаемся. Пехота готова. Есть удалая цель. Достали нас. Артиллеристы готовы, товарищ. Пленных не брать. Пехота готова, товарищ. Дочь нам. Задержка. Экипаж к бою! Не даст мне, товарищ командующий. Пехота готова. А то что? Маневр готов. Саперы ждут приказа. Маневр готов. К маневру готов. Пехота готова, товарищ командующий? Не знаю. Товарищ командир, жду дальнейших указаний. Пехота готова, товарищ командующий. Угу. Ай, прошу прощения. Карта прикольная, вообще классная. Да, карта классная. Угу. И не лагает, самое главное, прикиньте. А я что-то на расслабоне каком-то был. А когда понял, что тут уже не расслабон будет, надо как бы взяться. Уже была ситуация очень даже критичная. Уже нечего было браться, да? Ну там бульдозер красавчик. Я думал, вы вдвоем там прете. Не, я там один. А я парням кричал, говорю, они тут, по-моему, вдвоем, тут и немцы, и русские. Не-не. Я пока удерживаю парня, но имейте в виду, что надо прорываться в другом месте. Желательно подальше от моего, где у них сильнее. Ну, бульдозер как попер, потом лузер подсоединился. А, не вдвоем центр продавили, что получается? Нет, не, я как на своем направлении. Не прикасался, там все буль делал. Я у вас только один там... это, десант на самолет, это... А желтый вас там, головой выхватил. А там уже никого не было, уже все. Вот, дождался момента. Да. А откуда такая штука у тебя? Какая? Такая немецкая пулялка. Ну, не Катюша, а полукатюша. А, у меня не было вообще ее. Так у меня тоже не было. Это вот в подкрепах дали. Надо Ваньку было в центр смещаться, к Яцуку.
ставить оборону. Ну мы как действовали? Искали Яцка? Основной удар по центру пришелся, бульдозер. Потом тут же, пока этот центр привлек себе внимание, тут же лузер там у себя начал давить. Знаешь, то есть не как не одновременно, а вот так вот поэтапно. Ну вы ж красный так до конца-то и не взяли, грубо говоря. А, вы потом... не взяли его? Не, мы взяли. Вы-то его взяли после того, как центр провалился, получается. А, красный тройной? Да. Да-да-да. Ну, ну, тройной это самое, буль-то центр нормально держал. Это мы, Саня, готовился. Да, да не, я, да. Там надо было просто Али, войска у Али был, до хрена ему центр помочь, Яцку. А мы даже не видели. Яцку надо было покричать, не знаю, потыкать, хрен знает. Я только увидел, когда уже флаг задним брали. Я что-то думаю, что-то не то. Я просто смотрю, Саня сначала офицерами бегает такой, уже все, ничего у него не осталось. Потом смотрю, русский танк едет уже. Один, два, три. А, потом мне уже подкинули, я говорю, пошел мне уже все. А потом, смотрю, вы флаг взяли, полетели. Взял, а Саня кричит, я, говорит, не могу, меня, говорит, атакует. Я уже то, что было там, подкреп. Ну я там все, я уже желтый взял, я уже заехал там. Да я на гору подымался. Если не буль, то все, вам бы кают был бы уже. Да, мы знаем. Буль красавчик. Угу. Мы оттащили основные силы на себя на определенном направлении. Выждали прям до крайности, что уже все. Дали чувство победы противнику, ибо как жахнули. А я все уже, Саня, я уже на расслабоне уже там. Я уже там. А вы видели, что. Не напрягаюсь, если честно. Потом все это отыграли. Я уже арту перевел уже такой, думаю, фу, сейчас буду это. Ну зря ты так вот говоришь. Генеральчиком светить. К тому моменту, когда уже у меня все было. Светить, думаю, буду генеральчиком. Все, давайте мне, короче, подкрепы. Хоть чуть-чуть поделитесь. Они поделились из своих резервов хороших. То есть там без вариантов уже было. Да я знаю.